То есть вот взял ты, да, своего бультерьера, он у тебя еще щенком находится, ты начинаешь с ним играть какие-то игрушки. Ну, какие игрушки можно играть с собакой, да, всевозможные перетяжки. Привет, друзья, сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья, я установил на своем мобильном телефоне, вот у меня мобильный телефон, даже вот я такую стоечку взял себе, приложение «Перископ». И теперь мы можем с вами общаться в прямом эфире. То есть подписывайтесь, значит, на мой аккаунт в «Перископе». Становитесь своими читателями, можете выходить, задавать мне вопросы, я на эти вопросы буду отвечать, буду в прямом эфире показывать, как делать, учить те или иные виды команд, как выстраивать правильно взаимоотношения, будем решать с вами какие-то вопросы, то есть будем назначать какие-то темы. В общем, внизу вы видите надпись, это надпись как раз мое имя в «Перископе», то есть я для того, чтобы не пудрить никому мозги там с поисками, не стал ни свое, ни имя, ни фамилия, просто точно так же, как называется наш канал «Я и мой хвост», точно так же я назвался и в «Перископе» для простоты поиска. Ставьте лайки, что в «Перископе» ставьте лайки, что на канале можете ставить лайки. Жду вас всех в прямом эфире. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Мой хвост Акбар, так что до встречи в «Перископе», друзья мои. Спасибо. Всевозможные перетяжки, всевозможные мячики. И вот здесь вот, мы начинаем с самого начала выстраивать правильно взаимоотношения. А каким образом можно правильно выстроить взаимоотношения? Правильно, победителем. То есть не всегда, то есть если ты постоянно будешь себя выставлять победителем, то здесь собаке просто интерес к игре потеряется. То есть не будет интереса к игре, поэтому...